Вітаємо наших телеглядачів в ефірі із перших вуст. Передача про діяльність органів державної влади і місцевого самоврядування, про виконання державних, національних та регіональних програм. Кожного першого, третього і п'ятого понеділка дивіться із перших вуст. Сьогодні про реалізацію територіальної програми зайнятості населення міста Севастополя на 2010-2011 роки. Наші гості – Олена Богданівна Долженко, заступник начальника, начальник відділу праці і зайнятості Управління праці і соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації. Вітаємо вас, Олена Богданівна. Олександр Йосипович Шапіро, перший заступник директора Севастопольського міського центру зайнятості. Вітаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора. І Наталія Іванівна Авсєйкова, заступник начальника голови комісії, вибачте, заступник голови постійної комісії соціально-гуманітарних питань Севастопольської міської ради. Вітаємо Доброго вас. Вечора. Розроблення програми зайнятості населення у різних регіонах України є складовою антикризових заходів. Адже проблема зайнятості населення найбільш гостро і серйозно постала саме у період кризи. Якою є ситуація сьогодні в Україні? Дивимося сюжет. По сообщению Государственного комитета статистики Украины, в январе 2011 года в стране количество официально зарегистрированных безработных увеличилось на 7,5%, то есть на 40 700 человек, и составляет 585 600 человек. По сравнению с январем 2010 года, в январе 2011 количество безработных увеличилось на 11%, или на 68 900 человек. На 1 февраля 2011 года уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине составил 2% от общего количества населения трудоспособного возраста, что на 0,1% больше, чем на 1 января. Количество безработных, которые на 1 февраля текущего года получали пособие по безработице, составило 447 900 человек, что на 8,9% больше по сравнению с данными на 1 января. Средняя сумма пособия по безработице на 1 февраля 2011 года составила 814 гривен 2 копейки. І декілька слів про програму зайнятості населення Севастополя, яка сьогодні буде предметом нашого спілкування. Програма ухвалена у січні 2010 року сесією Севастопольської міської ради. І термін її реалізації, як ми вже говорили, 2010-2011 роки. Більш детально впродовж нашої передачі, а телеглядачам хочу нагадати телефон прямого зв'язку зі студією. 5462-72 телефон. Як завжди, чекаємо на ваші запитання. Телефонуйте, і наші гості будуть відповідати на них. А зараз настав час першого запитання до гостей. Отже, якими є мета і завдання, головні завдання цієї програми? Напевно, Олена Богданівна, ви відповісте на це. Ну, да. Прежде всего, наша програма направлена на обеспечение социальной защиты населения от безработицы и включает весь комплекс мероприятий. Второй блок – это обеспечение достойных условий труда. Это и легализация занятости, и соблюдение условий оплаты труда. Следующий блок – это мероприятие включает развитие социального партнерства, потому что невозможно выполнить мероприятие программы без активного взаимодействия с социальными партнерами. Это имеется в виду наши работодатели и профсоюзные организации на предприятиях. Второй большой блок – это повышение профессионального качества рабочей силы, потому что в условиях современного развития науки и производства необходимо постоянное повышение квалификации, постоянное обучение и переобучение кадров и как на производстве, так и безработных, стоящих на учете в центре занятости. То есть вот это основные такие мероприятия. Также включаются мероприятия, направленные на обеспечение социально незащищенных слоев населения. Это и граждане, имеющие инвалидность, это и граждане предпенсионного возраста, допустим, это имеющие малолетних детей, матери воспитывающие, это лица после лишения свободы, которые также нуждаются в дополнительных социальных гарантиях.
Наталья Ивановна, вы хотели что-то дополнить? Я хотела дополнить. Программа занятости, городская программа или региональная программа, как ее называют, она разработана не впервые. Она принимается в городе уже не первый раз. И главная цель, на наш взгляд, постоянной комиссии городского совета по социальным и гуманитарным вопросам, что эта программа не ради галочки. Это программа ради конкретных людей, ради конкретной каждой севастопольской семьи. Потому что работа сегодня – это благосостояние семьи человека, который потерял работу и получил работу. Работа сегодня – это пенсия человека в будущем. Работа сегодня – это пенсия того человека, который достиг пенсионного возраста. Поэтому все мероприятия, которые сегодня отражены в программе, они конкретны, и они помогут именно тем севастопольцам, которые оказались в такой сложной жизненной ситуации. И не секрет, что в самой такой уязвимой категории являются не только молодые люди, о которых мы сегодня будем говорить об этой категории, но и люди, которым до пенсии осталось 2-3 года, которые практически сегодня не могут найти себе место в жизни. И наша городская программа и способствует как раз трудоустройству, обучению и дальнейшему повышению квалификации этих людей. Александр Иосифович, пожалуйста. Да, и я хочу подчеркнуть особенность этой программы. Она составлялась в 2009 году, это год кризиса, и поэтому основное ее предназначение было преодоление кризисных явлений на рынке труда и смягчение последствий, которые мог бы этот кризис повлечь за собой. Говоря простыми словами, задача наших социальных партнеров, всех на рынке труда, это смягчение негативных явлений и развитие позитивных явлений, которые мы испытываем на рынке труда. Кстати, каково состояние рынка труда, коль мы коснулись этого? Ну, мы сейчас посмотрели сюжет по всей Украине. Я хочу сказать, что Севастополь отличается в лучшую сторону в этом отношении. Количество зарегистрированных безработных у нас ниже, чем было на дату прошлого года. Уровень зарегистрированной безработицы также ниже, чем был на дату прошлого года. Сейчас он составляет 0,57%. В прошлом году это было более 0,6%. Если говорить о полном рынке труда, то Севастополь по-прежнему занимает лидирующую, именно вторую позицию по уровню занятости населения. 185 тысяч человек севастопольцев трудится. Это по официальным данным, по статистике, по методологии Международной организации труда. Позитивно в городе в 2010 году было то, что количество вновь создаваемых рабочих мест превысило количество их сокращаемых практически на 2000. Мы преодолели как бы кризисное явление 2009 года в этом. Забегая несколько вперед, хочу сказать, что территориальная программа занятости по созданию рабочих мест на 2011 год уже выполнена на 150%. То есть можно говорить о позитивной динамике? Да, в целом динамика на рынке труда Севастополя развивается позитивно, есть этому положительные примеры, яркие примеры, но то, что все хорошо, конечно, говорить еще очень и очень рано. Сразу мы должны все понимать, что рынок труда обеспечивает бурное, устойчивое, целеустремленное развитие экономики. Пока не будет развиваться экономика, до тех пор на рынке труда мы будем испытывать того или другого рода, того или другого масштаба проблем. Скажите, какие антикризисные мероприятия предусмотрены программой, о которой мы сегодня говорим? Программа занятости населения Севастополя на вот эти два года, 2010 и 2011. Что говорит о компетенциях службы занятости, то антикризисные мероприятия являются в первую очередь мероприятия активной политики занятости. Самое главное, на наш взгляд, и что нам удалось сделать, это профессиональное обучение безработных. То есть повышение их конкурентоспособности на рынке труда именно с учетом реальных условий на рынке труда, вызовов рынка труда и потребностей работодателя. 2010 год именно прошел под этим знаком, знаком подготовки безработных под конкретную потребность работодателя. Конечно же, это трудоустройство. Трудоустройство с предоставлением дотации, которое позволяет стимулировать экономические работодатели, создавать и сохранять рабочие места, помогает трудоустроиться безработным, особенно из таких социально незащищенных категорий населения. Мы, например, уже упоминали молодежь, которая трудоустраивается на первое рабочее место. И люди предпенсионного возраста? Люди предпенсионного возраста тоже подлежат этой категории, тоже их трудоустройство дотируется службой занятости. Люди, которые исчерпали свои возможности в получении пособий, то есть не имеют никакой социальной защиты, они могут принимать участие в общественных работах, тоже развивается это направление нашей деятельности. Я думаю, поговорим мы об этом более подробно несколько позже.
Вот, пожалуй, вот такие вот активные меры, они и есть и являются антикризисными. Ну, я бы хотела в этой связи дополнить, что антикризисная мера – это не только, скажем так, выплата и получение заработной платы, это важно и нужно, но это также своего рода уменьшение дефицита пенсионного фонда, потому что если у нас чем меньше человек работает или чем меньше людей работает, тем меньше идет отчисление в пенсионный фонд. Поэтому кризис коснулся не только работающих, но кризис коснулся и пенсионеров. И мы только вот уже в 2011 году осознали, к чему приводят последствия кризиса. И то, что вот те меры, о которых сегодня сказал Александр Иванович, они как раз и способствуют сглаживанию вот этих вот острых моментов. Наталья Ивановна, вы совсем недавно, 16 февраля, присутствовали на парламентских слушаниях по вопросам реформирования пенсионной системы в Украине. Несколько слов нашим телезрителям об этом. С чем вы приехали? Да, хорошо. Это такой вопрос. Спасибо. Очень много было обращений уже после возвращения не только, вот, наверное, к вам на телевидении, но и к нам в территориальный центр, где я работаю. Прежде всего, людей волнует, что же все это такое пенсионная реформа, примут ее и когда ее примут. Я хочу сказать, что 16 февраля парламентские слушания были назначены в соответствии с постановлением Верховной Рады Украины после обсуждения этого законопроекта, у которого есть номер 7455, во всех регионах Украины. И, конечно же, нужно сказать, что во всех регионах неоднозначную реакцию вызвал этот закон, потому что, прежде всего, с чем не согласны люди, это с повышением пенсионного возраста для женщин. Планируется этим законом постепенное увеличение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет с шагом полгода, каждый год. Ну, к примеру, если человек должен уходить на пенсию в 2011 году и достигает пенсионного возраста, он должен отработать еще полгода. Увеличивается также страховой пенсионный стаж для назначения пенсии. Не было предусмотрено законопроектом учитывать всю ту работу, всю ту заработную плату, которую человек получал до 2000 года, то есть до того, как была внедрена персонификация. И вот эти моменты вызвали наиболее острую дискуссию. Не поддержали этот законопроект профсоюзы. Они предлагали отозвать законопроект, потому что он на сегодняшний день в том положении экономики, которое сегодня в нашей стране, он не сможет работать, он ухудшит в дальнейшем состояние людей, и особенно тех, кто должен выходить на пенсию, и непонимание тех, кто еще не достиг пенсионного возраста, и надеяться на то, что это еще не скоро, что это будет неизвестно когда, не приходится. Далее двух- и трехуровневая система пенсионного обеспечения. Конечно, сегодня солидарная система, она, ну, если так можно говорить, и говорилось об этом многими выступающими, что она в какой-то мере исчерпала себя. Но самое главное, на что обращали внимание абсолютно все выступающие, и министр труда и социальной политики, вице-премьер-министр Сергей Леонидович Гибко построил свое выступление, свой доклад таким образом, что на первое место выходят вопросы трудоустройства, вопросы работы, вопросы развития экономики, вопросы легализации заработной платы и создания рабочих мест. И вот тут как раз очень кстати наша программа занятости, потому что правительство понимает, что без этого одним увеличением пенсионного возраста мы ничего не добьемся. Это комплекс мер. Да, комплекс мер, и уже в марте будут предложены конкретные меры и по созданию рабочих мест, по легализации заработной платы. И с учетом вот тех предложений, которые были направлены в кабинет министров с мест, удалось немножко некоторые, скажем так, у наиболее острые углы сгладить. Но все же думается, что в марте этот законопроект вынесен будет и поддержан, наверное, будет большинством голосов. Хотя вот самые такие оппозиционные фракции, они предлагали отозвать проект, не поддерживать его, и предлагали, и, вернее, заверили участников парламентских слушаний, что голосовать они за такой законопроект не будут. Потому что вот можно сказать, если у нас в 2009 году было 15,6 миллиона рабочих мест в стране, то в 2010 году их стало 14,4. То есть за один год количество рабочих мест уменьшилось на 1,4 миллиона. Это значит, стало меньше рабочих мест? Меньше. В Советской Украине, в УССР, было 32 миллиона рабочих мест. То есть есть к чему стремиться и есть над чем работать. Но опять-таки, это не потому, что вот у нас так мало рабочих мест, потому что у нас есть нелегальные рабочие места, нелегальная заработная плата. И у нас есть руководители предприятий в стране, 30% руководителей предприятий показывают свою заработную плату в размере минимальной заработной платы.